стороны, вот сюда, в ворота. Вот видишь, вот эти накладки сами делали. Угу. Чистили вот эту латунь. Ну и... Угу. А вот процесс был, вы все-таки это... Ну, старую краску надо было Старую содрать. Краску содрать, да. И... То есть это заняло не один месяц работы? Ну, поскольку лето было не слабое, жара, инструмент ломался. Понятно. Ну, это Антон Шульц. Да. Вот была мастерская на Разночинной, где-то на Петроградской, по-моему. И вот там делали. Но и какие здесь еще тонкости вот были? Тонкости что? Тонкости... Долго пришлось сдирать эту краску. У нас очень мало времени было на работу. Поскольку магазин работает. Понятно. Приходилось очень рано приезжать. И после работы тоже... Но этому содействовала фирма, как она называется? Фирма «Север». Угу. Ну, здорово. То есть, считай, своими силами сделали реставрацию старинных ворот. Вот здесь до конца не сделано, поскольку все отличается. Вот здесь и там, где-то зелени, там где-то, ну, не до конца. Поскольку... Ну, сделали хотя бы близко к оригиналу, потому вид что уже есть. Вид уже есть, да. Они смотрят. Уже лучше. Угу. А стекла пришлось менять? Да, и стекла меняли. Здесь, и здесь вырезали. То есть много технических подробностей, да. Ясно. Вот. Спасибо.